Волонтеры спешат на помощь. В Химках неравнодушные горожане продолжают разносить по домам коробки с продуктами для нуждающихся. В этот раз на тропу добра вышел Роман Левчук, мастер по ремонту автотехники. Ежедневно химчанин обходит 3 адреса, оказывает помощь всем, кто в ней нуждается. Во-первых, появилось время, во-вторых, я человек уже в возрасте, поэтому хочется людям помочь. Я просто уже вижу, как люди живут, кому-то хуже, поэтому, если есть возможность, чуть не помочь. Многие дети сидят не в Москве, там, не в области, в других городах, приехать не могут. У меня просто много знакомых таких реально, люди остались банально одни. Как им не помочь? Ежедневно продукты на дом доставляют сотням химчан. Команды добровольцев в марте поручил организовать губернатор Московской области. К развозу продуктов присоединились и начальники территориальных управлений. Волонтеры закупают еду и лекарства в соответствии с запросом людей. А также предлагают пенсионерам бесплатные наборы, куда входят крупы, сахар, тушенка, подсолнечное масло и молоко от областного правительства. Напомним, для пенсионеров, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями работает горячая линия администрации, а также областная горячая линия Роспотребнадзора. Они круглосуточно принимают заявки на приобретение лекарств и продуктов питания.